Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Многие просят сделать обзор про то, как и где можно приобрести прошивки. У какого автора это можно сделать? Какой автор лучше работать с конкретной маркой авто? Я решил сделать рубрику «В помощь чип-тюнеру». На канале будут выходить видео про калибровщиков именитых, а также неизвестных широкому кругу. Просьба оставлять комментарии о работе и общении с калибровщиками. Сегодня я хочу вам представить автора прошивок и калибровщика Егора Еса. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Егор, я калибровщик, ник мой на сайтах Еса. Я хотел записать это видео, больше, наверное, скорее всего, вас познакомить со своим сервисом. Я создал сервис dpffiles.com. Это онлайн-сервис, который полностью калибрует прошивку. Вы загружаете туда прошивку, желательно, чтобы она была не в архиве, бин, либо какой-то другой формат. Загружаете прошивку, вы ее можете обработать в онлайне. То есть вы можете отключить DPF, EGR, сделать Евро-2, отключить какую-то ошибку и все это сделать в течение 5 секунд. Достаточно иметь всего лишь возможность зарегистрироваться, интернет. Пожалуйста, пользуйтесь. Если кто работал с Егором, оставляйте комментарии под видео. Также под видео будут даны контактные данные и ссылка на интернет-ресурсы ЕСО. Skype, Instagram, e-mail и магазин DPF Files. Давайте откроем страницу магазина DPF Files. Вот этот ресурс. И первая опция, что мы видим в шапке, это калькулятор цены. Для чего нужна эта опция? Для того, чтобы узнать цену на изготовление прошивки и объявить конечный результат уже для заказчика. Значит, выбираем. Автомобиль, Mercedes, дизель, допустим, пускай будет, ну и EDC-16. Вот сразу же мы видим опции, которые можно здесь отключать. Ну давайте выберем, допустим, нам нужно отключить сажевый и EGR. Ну и флап давайте отключим заодно. Так, давайте рассчитаем теперь стоимость. Нажмем еще очистка ДТС. Вот у нас вышла стоимость 3106 рублей. За файл сделанный, в котором будет убран сажевый фильтр, клапан EGR, вихревые заслонки и очистка ошибок, которые присутствуют в прошивке. Вторая опция – это кнопочка «Редактировать». Открываем кнопочку «Редактировать» и то же самое выбираем бренд. То есть цену мы примерно уже узнали. Модель, двигатель дизель, EDC-16. И сейчас нам нужно загрузить сюда файл прошивки, который мы сосчитали. Выбираем. Вот сейчас грузится файл. Программа анализирует файл. Здесь все данные по нашей прошивке. И теперь смотрим, что мы можем здесь сделать. Можно обработать автоматически. В автомате выбор ограничивается примерно вот 6 функциями. Но зато вы получаете мгновенный результат. То есть выбираете, нажимаете «Оплатить». И мгновенный результат вы получите от обработки этого файла. Есть еще персональная обработка. То есть, загрузив файл, вы выбираете остальные функции. Например, Stage 1 EGR off, Stage 1 отключить от Blue и так далее, и так далее. В персональной обработке вы формируете заказ, и к вам на e-mail
указанный при регистрации, приходит вопрос подтвердить заказ. Если подтверждаете заказ, то начинается обработка заказа и его выполнение. Вот мы выбираем в автомате, допустим, опции. Что нам нужно сделать? И теперь выбираем, какой системой мы будем оплачивать. Автор рекомендует Тинькофф и MasterCard или Visa. Выбираем платежную систему. Вот все в рублях. И нажимаем кнопочку «Оплатить». Как я уже говорил, на e-mail приходит заявка. Вы подтверждаете, и моментально обработка происходит на сайте. И также на e-mail получаете уже правильную прошивку. Следующая группа – это готовые решения. То есть здесь вы можете выбрать автомобиль. И выбрать уже готовое решение и купить его. Также оплатить платежной системой и получить файл. И если нужно готовое решение, значит купить готовое решение. Еще один раздел — это решение. Что здесь есть? Написано: косвенное отключение, эмуляция работы датчиков внутри программы и косвенное отключение датчика сажевого фильтра. То есть смотрим, что здесь написано. Допустим, у нас Mercedes. Mercedes EDC 16. Значит, что здесь нужно делать? Отключить датчики температуры, отключить датчик дифференциального давления. То есть вот он все показывает. Что нужно сделать? Также через колонку «Контакты» вы можете связаться с техподдержкой. Техподдержка с вами свяжется, решит любые проблемы, которые у вас возникли. Также есть редактор. То есть вот, ну, можно открыть какой-нибудь файл. Вот это обычный хекс-редактор. Здесь можете править байты. Обрезать файл можете. Как угодно. То есть вот можете работать в кекс-редакторе. Теперь имеем здесь список поддерживаемых ЭБУ. Какие ЭБУ можно будет сделать. То есть либо чип-тюнинг, либо убрать экологию. Вот здесь перечень всех ЭБУ. Вот прайс-лист. Здесь написаны примерные цены на чип-тюнинг. Можете также скачать этот прайс-лист и основываться на нем, чтобы озвучить цену конечному потребителю. И последняя наша функция с вами — это иммобилайзер. Что это такое? Вы можете прислать в техподдержку файл для отключения иммобилайзера, для проверки блока на столе, например, для этой цели. Нужно указать вот эти данные по автомобилю и прикрепить файл. Через некоторое время вам придет ответ с возможностью отключения этого иммобилайзера и так далее, и так далее. Вы скачаете, зальете и можете пользоваться. На этом свой первый обзор калибровщиков хочу закончить. Всем всего самого наилучшего. Не забывайте оставлять комментарии и подписаться на мой канал. Крепкого здоровья! Удачи во всем и успехов!